Управляя автомобилем Mitsubishi, водитель 1960 года рождения не соблюдал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. В результате совершил столкновение с автомобилем «Дэу», съехал в кювет и скончался на месте. По предварительной версии, виновнику ДТП во время движения стало плохо, из-за чего и произошла авария. Водитель «Дэу», равно как и остальные участники дорожного движения, не пострадали.